Добрый день, дорогие друзья! Мы присутствуем на очередном фестивале Лиги КВН Сибирь Next. Почему именно сегодня вы решили сыграть вновь в Лиге КВН Сибирь Next? Ну, решили собраться с пацанами, на самом деле, просто на шашлыки сходить. А так получилось, что давайте в КВН играть. Ну, давайте играть, так и получилось. А шашлыки пожарили? Нет. Друзья, с нами сейчас будет разговаривать автор команды КВН «Столик». Скажите, пожалуйста, а самая смешная шутка, которую вы когда-либо написали этой команде? Ты боишься Наталью Григорьевну Горинсон? Нет. Дерни за канат. Нет, я боюсь. Итак, сразу первый вопрос. Сколько ты зарабатываешь? А я не знаю. Да включи что-нибудь нормальное. Что это такое грустное, что-то играет? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Друзья, сегодня мы снимем самый короткий обзор с Лиги КВН Сибирь Next. Это не курить, это не нюхать, это сидеть, это чинить, это помыть, это лучше сбрить, это служить, а это прислуживать. Дорогие друзья, оказывается, в Лиге КВН Сибирь тоже есть ниша, в которой сидит Александр Васильевич Масляков. Но сегодня он не приехал, потому что сегодня всего лишь фестиваль. Мне кажется, дело в тумбе. Дело в тумбе. Надо уходить отсюда. А как называется ваша команда? Синий Отжиг. Синий Кит? Отжиг. Розжиг? Отжиг. Отжига? Отжиг. Годжи? Почти. В общем, отжиг. Горячо. По-моему, с этим парнем не все в порядке.